разве что-нибудь может быть лучше помпы? Большой крупнокалиберный пулемет, капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Warface и великолепный дробовик Гарибальди. Еще не так давно безальтернативное решение, которое рвало пуканы всему РМу. Нынче же ствол, который отошел на второй план. Хотя, есть люди, которые считают, что он лучше, нежели Браунинг. Я к таковым не отношусь, Браунинг мне нравится больше. Ваншот там просто сногсшибательный. Гарику и не снилось. Но ты же не будешь отрицать того, что Гарик — дробовик более универсальный, нежели Браунинг. Вот тут не поспоришь, дорогой друг. Действительно, Браунинг — это все-таки двустволка. Два выстрела, а потом будь добр, либо доставай второстепенное оружие, либо уходи в какое-то укрытие, если оно есть, дабы перезарядиться. У Гарика же 7 патронов. Никаких проблем. Можешь нагнуть всю команду противника. И никуда уходить тебе не надо. Однако тут есть маленький нюанс. Гарик все-таки часто дает не ваншоты. Не так часто, как до этого многие дробовики. Но все-таки у него есть такая болезнь. Чуть-чуть куда-то дробь лишняя улетела. Все. Ваншота, причем на ближних, скажем так, медицинских дистанциях, уже нет. Наверное, не надо объяснять опытным игрокам, что это равноценно моментальному нагибу. И чаще всего так, к сожалению, происходит. Вот противник, вот ты в подкат вылетел, шот дал, а шот оказался не ваншот. И вот уже сзади пристроился шот. Ладно, не смешно, знаю. Лично меня в дробовике больше всего может бесить, ну, разве что, наверное, не ваншот, и все. Это самый пуканорвущий фактор. И даже при всем этом, признай, Гарик классный и до сих пор актуальный дробовик. Не поспоришь, капитан Очевидность, действительно. Гарик может быть уже не топ-1, но откровенным аутсайдером тоже не стал. Отличный ствол, есть люди, которые даже на грандмастерах с ним гоняют. И без всяких проблем нагибают все, что движется. Это до сих пор очень классный, отличный агрегат по нагибу противников. В связи с этим я, естественно, буду использовать классическую, так сказать, киберспортивную сборочку. Протираем от пыли этот гарик, берем его в руки, эту красивую пушку, и пойдем с ним хорошенечко в густонаселенной комнате. Понагибаем. Это типичный новичок Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Sig Sauer. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Забайтил. Да, есть, кстати, такое. Не спорю. Опять забайтил. Нет, это он меня забабайтил. Ракутагин, хватит уже резать. Давай нагибай. Да нормально. Всему свое время. Есть время резать, есть время наклонять. Все очень даже вовремя. Сука, я его не заметил. Я вообще его не признал. Тихо. Спасибо, мрачина. Благодарю, Дарина. Да уж, блин, бывает, бывает такое в жизни. Так. Ну, сука, вот этот меня заметил и признал. Да. Какие хитрые мы, да? Крадемся, сука. Вот так, минус 2. Что, опять противника не признал? А, да, я его не признал. А вот он меня признал. Он, знаешь, так позитивно смотрел, сука. Подписчик, наверное. Да. Вот так, детка. Выходи, выходи, не бойся. Выходи, не бойся. Вот так вот, дробью угощу. Резнули, значит, да?
Ну я-то уже понял, инженер этот такой, знаете, он любопытный, он снова выйдет по-любому. Да, выходи, не бойся. О, я же говорил, выйдет, сука. Да. Так. Вот так, детка, да, сплошные успехи. Он где-то здесь. Нет. Да, детка. Воистину нагиб. Там еще есть. По-любому, там еще есть. Я видел это, по-моему, кто-то краем глаза. Да, там тело какое-то. О, медик. Да, сука, ну зачем украли труп-то? Это мой фраг. Очкуешь? Очкую, да. Очкую, сука, надо что-то делать. 5-5. Ситуация острая. У меня есть идея. Только не это. Боже, какой позор. Никаких позоров, Кэп. Никаких позоров, все четко. Да, детка, это работает. Ну, сюрприз. О, отлично. Да нет, сука. Ну как же так, блин? Там же уже на полшишки вошло. А по-моему, он все-таки лучше Браунинга. Не-не-не, Кэп, он не лучше Браунинга, нет. Гарибальди отличный дробовик, с ним до сих пор можно нагибать. 21 фраг, 35% меткости, более 3 к 1 сыграли, неплохо так понагибали. Ну а друзья, Браунинг это Браунинг. Это ваншот, который Гарибальди и не снился. Тем не менее, помпа есть помпа. Гибкая, классная, удобная. Если ваш выбор пал именно на Гарика, ну что ж, почему бы и нет? Приятных вам с ним каток. С вами был Ракутагин, капитан очевидность, Warface, прекрасный дробовик Гарибальди. И мы увидимся с вами.